прошлом году в консультативно-диагностическом отделении кожевенодиспансера был проведен косметический ремонт. Цена вопроса почти 3 миллиона рублей. Их выделили средства МС Ульяновской области. На эти деньги полностью отремонтировали два этажа в медучреждении. Заменили инженерные сети, сантехнику, покрасили стены, создали открытую регистратуру, карты хранилища. Обновили в здравнице и техническую часть. Мы на днях должны получить новый аппарат ИФА-диагностики, анализатор, очень дорогой, он стоит 6 миллионов рублей, где все автоматизировано. Он назначен для, например, если так сказать, например, проведения исследований на все виды гепатитов. Наши венерические заболевания, все иммуноферментные анализы, они будут делаться автоматически. Раньше у нас был такой аппарат, но он ручной. На него тратились много средств, много реактивов. Расширили в здравнице спектр услуг. Теперь в диспансере каждый желающий может пройти УЗИ внутренних органов. Обследование будет проводиться бесплатно для пациентов, которые находятся на стационарной помощи в учреждении. Создали максимально комфортные условия и для маленьких пациентов. У нас детский прием. После ремонта стало очень все ярко-красочно. Деткам очень нравится. Они обращают внимание на яркие картинки. Ну, с удовольствием идут на прием. Самим веселее, и деткам тоже. Они сразу отвлекаются на что-то. То есть раньше они могли заходить, капризничать, да? А здесь они сразу обращают внимание, и уже более спокойно и более контактно. Рады переменам не только работники, но и пациенты. В кожно-венерологическом диспансере обслуживается более 100 тысяч человек. В настоящее время это единственное учреждение в регионе, входящее в систему здравоохранения, которое специализируется по профилю дерматовенерология и косметология. Здесь много было вложено в ремонт, то есть изменилось все на современном уровне. И ремонт, и аппарат. Я такой, если честно, еще не видела, была во многих платных клиниках, но считаю, что здесь самый лучший. В учреждении проводится комплексный медицинский осмотр, профилактический осмотр для посещения бассейна, лабораторные исследования и диспансерное наблюдение. Работает кабинет косметологии. Алина Тихонова, Юрий Конихин, УлПравда ТВ.